Накануне вечером Новгородский районный суд арестовал предполагаемого виновника субботней трагедии в районе Юрьевского пляжа. 39-летний житель Великого Новгорода Салим Минчеев обвиняется в совершении преступления. Как полагает следствие, именно Салим Минчеев управлял катером, который в минувшую субботу наехал на купающуюся женщину и нанес ей смертельные травмы. Предполагаемый виновник с места происшествия скрылся. В тот же день было возбуждено уголовное дело, статья «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека». Позднее Салим Минчеев был задержан, накануне ему было предъявлено обвинение. Обоснованность обвинения Минчеева в совершении указанного преступления подтверждается показаниями ряда свидетелей, в том числе прямых свидетелей, которые подробно описывают судно, совершившее наезд на потерпевшую. Кроме того, в суд были представлены материалы, указывающие на то, что Минчеев мог совершить это преступление, протоколы осмотра места происшествия и личные вещи обвиняемого. Основаниями для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, по мнению органа предварительного следствия, обвиняемый Минчеева, является то, что последний обвиняется в совершении преступления средней тяжести. Минчеев не женат, официально не трудоустроен, имеет действующий заграничный паспорт. Неоднократно привлекался к административной ответственности, что подтверждается представленными материалами, в том числе за совершение правонарушений в сфере безопасности эксплуатации транспорта. Также, по версии стороны обвинения, оставшись на свободе, Минчеев может воспрепятствовать производству по уголовному делу путем оказания воздействия на свидетелей, а также скрыть или уничтожить объекты, имеющие доказательственное значение для следствия. В результате суд избрал Минчееву меру пресечения в виде заключения под стражу по 26 сентября 2019 года включительно.